Всем привет! Сегодня покажу вам рецепт нового салата. Очень много комментариев приходило мне и в личные сообщения, и под видео оставляли показать какой-нибудь вкусный салат, который был бы хорошей заменой для оливье, то есть чтобы можно было готовить его вместо оливье. Также были запросы показать какой-нибудь салатик оливье по-новому. В общем, похожий салат на оливье сегодня вам покажу, но это будет не оливье, а другой. Названия у него нету, но это отличная замена для оливье. Так его и назовем, замена оливье. Готовится просто, ингредиентов нужно не так уж и много. Что мне понадобится? Китайская капуста, свежий огурец, я вот взяла половинку длинного, пара веточек укропа, 2 яйца, зеленый горошек, у меня, конечно же, бондюэль, я всегда его выбираю, это, по моему мнению, самый вкусный горох, который бывает, это бондюэль. И вот тут вот у меня кусочек лопатки. Значит, лопатку можно заменить карбонатом, но если уж нет ни лопатки, ни карбоната, то можно взять какое-нибудь мяско типа ветчины или сервелат, колбасу. Но я бы не стала заменять. Лучше всего именно подходит либо лопатка, либо карбонат. Поэтому, если есть возможность, постарайтесь приобрести именно такие. И начинаю свое приготовление. Первое, что нужно сделать, это нашинковать китайскую капусту. Шинковать ее буду тоненькими, значит, полосочками. И стараться избегать вот этих вот уплотнений. Они нам не нужны, шинкуем только сами листики. Так, значит, китайскую капусту порезали, к ним отправляем зеленый горошек. Я использую маленькую баночку, 212 миллилитров, тут 200 грамм. Так, следом я нарезаю мясо на кубики. Так, мясо также отправляю в салатник. И следующее, начинаю нарезать огурец. Огурец буду резать тонкой соломкой. Огурцы также отправляю в салатник. Дальше нужно мелко порезать зелень. Я использую укроп, можно еще зеленый лук. И вот салатик уже практически готов. Можно оставить его прям так, он уже очень вкусный. А можно добавить еще яйца. Я еще пару яиц добавлю. Салатик перемешиваем и остается только заправить майонезом. Ну и все, салат готов, можно подавать к столу. Вот такой вот получился у меня салат альтернатива оливье. Кто не пробовал, попробуйте. Думаю, что иногда заменить оливье все-таки нужно. Обычный классический рецепт оливье все-таки иногда надоедает и хочется чего-то нового. Вот такой вот рецепт вам на замену. А у меня на этом все. Кто смотрел, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И всем пока-пока. До встречи!